Ах, этот бал! Под звуки полонеза пары торжественно и грациозно начинают вечер. Все как во времена прошлых столетий. Ничего удивительного, и в 21 веке гремят балы. Открытый районный фестиваль «Праздник исторического танца и бальной культуры» вновь проходит в Щелкове. Пушкинский бал «Души прекрасные порывы» – его название говорит само за себя. Тема бала была выбрана не случайно организатором мероприятия – Медвежьеозерской детской школы искусств. В этом году исполняется 220 лет со дня рождения поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Да, в районном культурном комплексе в этот день словно запустили машину времени. Благородные дамы, кавалеры, гусары демонстрируют искусство танца. В программе вальсы, польки, мазурки, салонная музыка, различные творческие номера. Все как во времена Пушкина. Волшебные звуки музыки, пары, кружащиеся в танце. Все это как будто отправляет в другую эпоху, завораживает. Возвращение к историческим традициям, оно нравится и взрослым, и детям. Это неизбежно, это прекрасно. Бал проходит 8-й раз, но так масштабно 2-й. Казалось бы, танцы, исполняемые на балу, ушли в прошлое, а потому просто удивляет знание каждого движения всех этих пар, а здесь их десятки. У нас существует районное методическое объединение школ художественно-эстетической направленности. Ну и, соответственно, вот, когда они взаимодействуют, все желающие сюда к нам приходят на бал. Бал уже расширяет свои границы. В этом году у нас участвуют не только районные школы, это школы искусств и общеобразовательные школы, но и уже города Королёва. И, конечно, этот вечер подарил незабываемые яркие впечатления. Здорово! Интересно! И все так красиво украшено. Очень понравился этот бал. Да, это было очень классно. Такая атмосфера красивая. И у меня счастье, у меня просто... Ну, из танцев мне больше всего нравится полонез и веселый парень. Полонез, он, во-первых, легкий, во-вторых, ну, красивый очень. А веселый парень тоже как-то энергией заряжает. Взрослые дети, педагоги, учащиеся щелковских образовательных учреждений, гости из соседних городов – все они сегодня окунулись в атмосферу прошлого. Кто-то участвовал в фестивале впервые, а кто-то приезжает сюда каждый год. Но одно известно – побывав однажды на балу, хочется возвращаться на этот праздник вновь. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».